Сабитова Ильнара, и я являюсь магистрантом первого курса на факультете спортивного менеджмента, который включает в себя два диплома от МГИМО, а также Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. На данный момент мы прошли как теоретические, так и практические занятия. На практических занятиях мы увидели много спортивных сооружений мирового масштаба, и я советую тебе поступать на данную программу, потому что это круто!